Привет, друзья! С вами Владимир Шемет. Сегодня у нас 1 июня 2021 года, и сегодня первый день лета, и такая неожиданная новость, которую выстрелила нам Турция. Сейчас на часах 12 часов 50 минут, и в принципе только пошла эта информация просачиваться в официальные источники о том, что с 2.06.2021 года Турция будет пускать туристов, у которых будет ПЦР-тест, сделанный не больше, чем за 72 часа до момента пересечения турецкой границы. Друзья, я даже вот нахожусь вообще сейчас дома, как бы, в принципе, эта новость выстрелила внезапно, соответственно, как бы, я ни к чему не готовился, поэтому сори за формат такого видео. Но по-другому я просто не имею возможности готовиться к этому выпуску видео. Поэтому вот стою сейчас на балконе и вам рассказываю такие вот нюансы. Что вам нужно, друзья? Если у вас сегодня вылет 1.06.2021 года, вас пустят без всяких тестов, без всякой альтернативы. Если у вас вылет завтра, 2.06, друзья, все, как бы бегом. Сегодня вам нужно делать эти экспресс-тесты и тому подобное. Что это означает, друзья? Означает то, что 99,9%, что вас на рейс не пустят. Вот. Ваш тур накрывается медным тазиком, деньги тоже невозвратные. Почему? Потому что у вас есть еще время. Сейчас 12 часов 50 минут. 1.06. С 00.00. 2.06, то есть с 1.06, все, вам нужен тест. Поэтому сейчас бросаете все, абсолютно все, если не хотите потерять свои деньги за тур. И бегом делать ПЦР-тесты. Есть там альтернативные варианты, чтобы не делать этот тест. Ну, поверьте, легче сделать тест. Значит, информации на посольстве Турции, сайта, еще нету. Я проверил это. Посольство Турции в Украине. Информации на сайте посольства Украины в Турции тоже нету. Но есть сайт, ссылочка будет в описании к этому видео. Переходите на этот сайт. Это государственный украинский сайт. На этом сайте выбираете страну Турцию. И буквально минут 15-20 назад эта информация появилась. Еще раз говорю, сейчас без 10-13. Вот, эта информация появилась на этом сайте буквально минут 20 назад. Ее тоже не было. Сейчас операторы делают рассылку по своим туристам. Вернее, не по туристам, по агентам. А агенты должны сейчас это уведомить туристов, для того, чтобы они... Ну, реально, как бы, делали эти тесты. Без тестов, друзья, это не Египет, где можно это сделать по прилету. Турция, как 99,9 не пустит. Не пустит не то, что в Турцию. Вы еще с Украины не вылетите. То есть, вы не вылетите из Украины. Вас на рейс не посадят без теста. Потому что это Турция, и в Турции это все серьезно, ребят. Дальше. Что это еще означает для хантеров на горящие туры? Ребят, ну, опять-таки... Уже впритык вы не забронируете, потому что горящий тур, грубо говоря, вот вылет там завтра, послезавтра и через 3 дня, например. Да, как бы, если через 3 дня, еще нормально, как бы, это все сделать. Вот, если, допустим, вылет послезавтра, тоже еще, как бы, нормально. Но если вылет завтра, это риски нереальные, потому что если вы не успеете получить тест, как бы, тур-то вы можете забронировать. И оплатите, да, вот. А тест вы можете не успеть сделать, и все. Ваша оплата накрылась, как бы, потому что, ну, без теста у вас не пустят. Как бы, потому что есть требования по правилам въезда, и эти требования, они, как бы, ну, должны соблюдаться. А купить, допустим, то есть, ну, тур вы можете купить, но если вы не выполните правила въезда, то есть, как бы, деньги не возвращаются туроператорам. И поэтому, ребят, такая вот ситуация с горящими турами, что именно в Турцию горящие туры будут сложные. Имеется в виду, сложные
для того, чтобы их отхантерить. Очень хорошие горящие туры. Либо делать предварительный тест, ну вот как бы получается, и ожидать, что будет горящий тур. Но если не будет горящего тура, то есть вы попадете на стоимость теста. Ну вот если не будет горящего тура подходящего, то вы попадете на стоимость теста. А если будет подходящий, ну тогда вам повезло. И можно захантерить хороший горящий тур. И в принципе круто отдохнуть в Турции. Но опять... Я вам рассказал, все, ребят, еще раз акцентирую ваше внимание, что обязательно делайте сейчас, кто вылетает завтра, 2.06, минуточку. Сори, дочка отвлекла на минутку. Ребят, вот, все, то есть, если вылет завтра, бегом делать тесты, сейчас как бы. Сейчас все бросили, бросили работу, бросили... Все, что угодно бросили. И бегом делать тесты. Вылет 3 числа. Тоже, в принципе, все бросили и пошли делать тесты. Вылет 4 числа. Ну, в принципе, тут время есть. Поэтому можно завтра пойти сделать тест. Вот. Требования не более чем 72 часа до пересечения границы. Это требование к тесту. Скоро эта информация, я думаю, появится и на сайте... посольства Турции и на сайте посольства Украины. Вот. Ну а на данный момент эта информация официально уже имеется на государственном украинском сайте для туристов. Ссылочка на этот сайт, еще раз повторяю, будет в описании к этому видео. Переходите и убедитесь сами. Вот. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. И не забывайте подписываться на канал. С вами ваш Владимир Шемет, Travel Advisor. Желаю вам только самых лучших путешествий. До новых встреч, друзья. Пока-пока.